Скажите, пожалуйста, вот какая дальнейшая судьба вашего подразделения, да, куда вы перейдете работать? На сегодняшний день мы открыли стол заказов на улице Пушкинской, 39, где будет осуществлена выдача документов ранее оформленных заказов. Через день-два мы открываем пункт заказов на прием документов и выдачу готовой продукции. Где? Пушкинская, 39. Фасадная. Рядом помещение находится за углом, расположено на первом этаже, оборудовано пожарной и охранной сигнализацией. Еще один вопрос. Ну, есть ли пострадавшие, по-моему, ну, пострадавшие у вас должны быть, да, то есть сколько человек? У нас пострадавших нету. Нет. Мы своевременно, когда был пожар, приняли меры по пожарной безопасности. А как с документами? Документы в тот момент, когда мы оказывали помощь полиции и прокуратуре по предоставлению документов, необходимых по зданию, в котором происходил пожар, мы, когда приходили в наше здание и находились в нем, было установлено, что здание находится в хорошем состоянии, документы и имущество предприятия не пострадали при пожаре. Понятно, не пострадали. Не пострадали. Спасибо. Скажите, ваши номера не менялись, люди подходили во время? Мы разместили на сайте городского совета информацию с номерами телефонов о выдаче документации. У нас все время на протяжении этого времени, когда здание у нас закрыто, дежурят люди с приема, то есть люди, которые оформляли заказы, их видят. И мы более 300 заказов уже за это время выдали той продукции, которой мы были оформлены на заказы. Получается, когда вы сейчас на Пушкинской начнете, телефоны, те, что на сайте размещено, они актуальны, мы, да? Да, мы еще не имеем допуск в наше здание. Как только будет допуск в наше здание, мы сможем восстановить телефоны в прежнем режиме, которые были указаны изначально на сайте городского совета.